Запрет на культурно-массовые мероприятия и закрытие театров и кинотеатров. В Севастополе вводятся новые ограничения, связанные с противодействием распространению коронавируса. Соответствующее решение приняли в правительстве города. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, принятые меры пока будут действовать 2 недели, начиная с 15 октября. Впоследствии их могут продлить. Необходимо запретить проведение на территории Севастополя всех зрелищных, публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе проводимых в помещениях, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, количеством участников не более 50 человек. Также вводится запрет на заключение браков в торжественной обстановке при количестве участников более 15 человек. Причина – малые размеры помещений ЗАГСов. Народу по 50-100 человек там бывает. И уже по статистике видны последствия, соответственно, этих торжественных мероприятий. Ограничения касаются и экскурсионных услуг. Органам госвласти и местного самоуправления разрешается проводить только неотложные и чрезвычайно важные совещания. Собираться в таких случаях разрешается не более чем 30 людям. При этом предпочтение советуется отдавать дистанционному формату встреч. Гостиницам и иным средствам размещения осуществлять размещение граждан в средствах размещения только при предъявлении им результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР или методом выявления антител, проведенного не более чем за 5 дней до заселения. Такая норма у нас весной была, значит, нужно возобновить требования.